Число погибших в результате масштабных наводнений в Ливии превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ливийский красный полумесяц. По данным гуманитарной организации, еще около 10 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в пострадавшем регионе все еще продолжаются. Власти не исключают. Число погибших может увеличиться. Я напомню, на ливийский город Дерна наводнения обрушились в ночь на понедельник. Водой из-за прорыва дамб смыло целые кварталы.